Международные наблюдатели от Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ приступили к наблюдению за выборами в Азербайджане. Всего в миссии участвуют 40 человек. Сегодня они следят за подготовкой ко дню голосования, а завтра будут присутствовать на открытии избирательных участков. Ранее наблюдатели провели юридический анализ избирательного процесса и пришли к заключению, что законодательство Азербайджана соответствует международным стандартам. Встреча с представителями партии также подтвердили, что нареканий к работе избирательной комиссии нет. Наша работа основана на конвенции Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая главными принципами является беспристрастность, объективность, невмешательство во внутренние дела и уважение суверенитета Азербайджанской республики. На этой основе и строится вся работа наблюдателей. Мы очень рады тому, что у нас вот с февраля мнение о том, как проходят выборы в Азербайджане, не меняется. Как было качественно все и достойно организовано, так и сейчас. Центральная избирательная комиссия делает все возможное для того, чтобы выборы состоялись на очень высоком организационном уровне. В воскресенье 1 сентября после закрытия избирательных участков наблюдатели подведут предварительные итоги и проведут пресс-конференцию. Окончательные выводы будут опубликованы после официального признания выборов Конституционным судом.